Доброго времени суток. С вами Гидроген, и сегодня я расскажу о том, как присоединиться к выделенному серверу в игре Project Cars 2, зная его IP-адрес. Это будет полезно для будущих ивентов, фан-гонок и чемпионатов на порталах. Для начала надо настроить параметры запуска игры в Steam. Для этого заходим в свойства игры, щелкая на ее название правой кнопкой мыши, выбираем свойства и в появившемся окне жмем кнопку «Установить параметры запуска». В окошке «Параметры запуска» вписываем то, что вы видите на экране. Однако учтите, что вместо цифр 123.123.123.123, как вы поняли, это IP-адрес, вы должны будете вписать тот IP-адрес сервера, который предоставляют организаторы или тот, кто запускает этот сервер. Все остальное оставляем как есть. Жмем ОК и запускаем игру. В игре в главном меню жмем «Обзор онлайн-игр». Потом «Фильтры», в поле тип лобби ставим «Выделенный сервер», потом «Сохранить». Далее в обновившемся списке серверов находим свой, предварительно узнав его название у организатора. В данном примере это FreeRace сервер. Все, теперь можно играть как и прежде. Спасибо за просмотр.